Добрый день, гости и подписчики канала. Пришло время нормального саргана, и пирсы переполнены. Сегодня мы с напарником Юрием ищем место для рыбалки, где поменьше рыбаков. Пусть меньше поклевок, пусть дискомфорт, но не будет слышно слова «заброс» и просвистывающих над головой бомбард и пилькеров. До восхода солнца на первой проводке ставрида, на второй багрится сарган. Затем долго тишина. Восточный ветер с волной поднял муть, и сарган не подходит близко к берегу. Передвигаемся в другое место. Здесь брызги, волна, но появляются поклевки. Во время очередного заброса цепляется чайка. Освобождаю птицу. Благодаря тройнику Овнер номер 8 серии СТ-11 из тонкой проволоки, который разогнулся в камнях, удалось спасти уловистый пилькер. Днем полоса мутной воды 30-40 метров от берега, и результативными становятся только дальние забросы пилькеров весом до 12 грамм. Вот и поклевка.
много стаек кефали. У Юры бонус. Сарган 50 сантиметров и весом 190 грамм. У меня самый большой 42 сантиметра. Вечером начинаю экспериментировать с воблерами и стиками. На стик первый раз ловлю несколько сарганов. Сегодня трудовая рыбалка, некомфортные условия ловли, много сходов, как в воде, так и на берегу. В камнях саргана практически не достать. Но мало людей, ловить можно. Всем ни хвоста, ни чешуи.